Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Клан Сибирских Цветочниц. Я недавно показала короткий сюжет с тем, как цветет мой подоконник. И, в общем-то, всем, конечно, понравилось, но начали задавать вопросы, почему такое бурное цветение зимой, в зимнее время, вот сейчас, февраль. Ответ очень простой. Дело в том, что часть этих бегоний – это и латиоры, и у них именно зимнее цветение. Честно, я даже сама об этом не знала. То есть я их выращиваю несколько лет. Они у меня и на даче цветут, и, в общем, дома тоже цветут. Но всегда было, что на даче они летом на даче цвели пышнее. Я же их подкармливаю. Там условия лучше. А здесь зимой я в прохладе их содержала. И они, в общем, ну, цвели, конечно, ну, такие единичные цветочки. Ну, как у фуксии, знаете. Если фуксию оставить на подоконнике на зиму, то она будет пытаться цвести. И с бегониями было, в принципе, то же самое. И вот сейчас у меня совершенно другой опыт. Это маточники, это просто маточники. Это не есть взрослые растения какие-то. Вот. Но, видимо, в этом году условия на подоконнике настолько им подходят для цветения, что вот такие вот пышные шапки они выбрасывают. А про условия, прохладно у меня тут всегда, то есть здесь 10, примерно 15 градусов. Подоконник отделен от комнаты шторкой плотной, батарея отключена, и, соответственно, как бы температура эта сохраняется. Но дело в том, что даже те бегонии, которые, вот, видите, она соприкасается со стеклом, стекло холодное, и все равно она чувствует себя неплохо. Это при условии, что я их не подкармливаю, никак не стимулирую ни к росту, ни к цветению. Мне это абсолютно не нужно. Вот, при таких условиях они вот так прекрасно цветут. Сейчас попробую показать. Емкость. Ну вот, ну, посмотрите, она в литровом горшке, или это даже 800, и она цветет, ей хорошо, ей нормально. Единственное, что в этом году у меня отличается от прошлых лет, это вот эти светильники, вот они. Я не знаю марку, не знаю, но эти светильники, они используются там, например, в офисных помещениях, потолочные, и, может быть, каких-то, не знаю, салонах красоты. Мне достались два светильника, можно сказать, что случайно, поэтому я не знаю их марку, название и все такое. Ну вот эта бегония, смотрите, она цвела уже. Я, кстати, довольно редко сюда заглядываю, потому что поливаю раз в неделю. Раз в неделю нижний полив вот через поддон. Вот. Она цветет. Ей не очень хорошо. У нее желтеют листья. Еще в тонусе, но ей не очень хорошо. Я это вижу. Вот. Что с этим делать, я не знаю. Вот. По влажности у нее тут все нормально. Ну, будем разбираться дальше. Возможно, что она и не переживет эту зиму. Кто это? Сейчас скажу, кто это. On Top Sun Glow. Это клубневая. Клубневая. Так, ну вот эта, которая Gloire de Lorraine, она точно зимнего цветения. С ней можно бороться. Я ее обрезала несколько раз. Она цветет, цветет и цветет. Вот, наверное, я буду прощаться с этой бегонией, потому что летом она у меня не цветет, ну, практически никак. Очень скромное было цветение, конечно же. Ну, и эта банда тоже тут цветет, но вот это абсолютно точно у меня летом цвела и довольно пышно. Зачем она сейчас цветет, я понятия не имею. Ну, и тут есть, вот, видите, отцветают, надо убирать. Сейчас досниму ролик и буду чистить это все. Чистить, чтобы убрать отцветшие цветы, чтобы убрать, сказала Анжелика радостно. И, наверное, буду заканчивать ролик. Подписывайтесь на наш канал. У нас разные авторы. Вы обязательно найдете своего. Мы рассказываем про свой опыт. Мы ничего не утаиваем и даем массу полезного. Вот это лабелия. Видите? Она у меня подсохла, потом опять начала расти. Вот. И несколько бегоний нецветущих. Все, мои дорогие, сегодня с вами была Анжелика.
пока-пока.